выпускной – значимое событие для каждого школьника. Окончив 11 классов, перед юношами и девушками открывается взрослая дорога во взрослую жизнь. Эти 160 выпускников Жабинковского района бесспорно запомнят свой выпускной, который второй год подряд проходит в новом формате. В этом году 160 выпускников Жабинковского края покинули альма-матер, чтобы пойти своим путем по жизни, без направляющей руки родителей и педагогов. Они хотят строить свое будущее по-своему, и у них это должно получиться, потому что они молоды, уверены в себе, инициативны и умны. В подтверждении вышесказанного медали, которые вручал им председатель Жабинковского районного исполнительного комитета Андрей Кузьмич, золото засверкало на груди 16 умников и умниц. Сегодня, знаете, замечательный и правда торжественный день. Сегодня мы всем районам, в нашем районном центре, в городе Спутники Жабинка, празднуем выпускной. Всего у нас в этом году 160 выпускников. Мы правда гордимся нашими выпускниками. Я уверен, что такой высокий результат знаний, которые показали наши выпускники всех учреждений нашего региона, по-настоящему по праву даст им возможность получить хорошую профессию, стать настоящим профессионалом, стать успешным человеком, что, конечно же, скажется в первую очередь на их благосостоянии, на благосостоянии нашего района, на благосостоянии нашей в целом страны. Я хочу поделиться радостным известием, событием, так скажем. Несмотря на то, что этот год был очень сложный, мы столкнулись впервые с централизованным экзаменом. У нас на 160 человек 16 золотых медалей и 9 стобальников. Я считаю, это просто замечательный результат. Здесь мы собрались, чтобы еще раз вместе встретиться, сказать спасибо учителям, сказать спасибо родителям и проводить в добрый путь наших выпускников. Каждый из медалистов, идя по красной дорожке, срывал горячие аплодисменты присутствующих. Почетные гости, вручая награды, горячо и искренне напутствовали еще вчерашних школьников. Радость, что все получилось. Это был сложный путь, но весьма интересный. Ощущения только положительные, все только впереди. Желаю всем успехов. Все будет хорошо. Очень переполняющие эмоции. Заканчиваю школу, не хочу расставаться. И хочу, чтобы на недельку назад вернуться и всем сказать прощайте. И все. Желаю им удачи, терпения и здоровья. Главное терпение. В нашем мире главное терпение и здоровье. Выпускной – это ведь и праздник родителей. Именно они были и остаются поддержкой во всех начинаниях своих детей. Можно смело сказать, что они окончили школу вместе с ними, заново пройдя программу каждого класса и участвуя во всех внешкольных мероприятиях. Эмоции приятные. Время пролетело очень быстро, очень мгновенно все прошло. Кажется, недавно ввели первый класс, тут уже 11-й. Ребенок трудился, старался. Мы тоже вместе с ним старались, помогали, поддерживали всегда ребенка. Были с ним на одной волне. Я уже настроение своего ребенка чувствовала по тому, как она закрывает дверь, придя со школы. То есть я уже чувствовала настроение. Поэтому где-то, если какие-то проблемы были, мы старались помогать, вникать, обязательно решать проблемы. Если все хорошо, радовались вместе с ребенком. Это был удивительный вечер, грустный и одновременно волнующий, радостный и трогательный. Замечательный праздник молодости и красоты, праздник знаний, праздник уважения к учителям. Отшумевший выпускной в городе Спутники Жабинка был заключительным аккордом школьной поры, и прошел он для всех его участников незабываемо.